объясни, что там находимся в лагере. Угу. Находимся с восточной стороны лагеря, бывшего лагеря, который стал музеем. Вот тут по объеде вокруг, чтобы видно было. Там он, где крест стоит, знаете, это за... Вот столбы, три столба. Там он Сурепка, видать. Там мы обедали от комаров. Ну, не относится, это просто большая навозная куча. Тут фермы были много лет. А это вот сделан был шалаш в стороне, крапиву. Драл и драл и драл. Тут плантации крапивы, ничего нет. Это в стороне от лагеря. Совершенно. Миша, смотри, какой курей. Вот мы начинаем сейчас замер. Так, а ручки будем держать. И бумагу. Вот сейчас я пройду и здесь. Ну вы тут ходите вокруг, смотрите, где мы будем, только близко к нам не подходите. Там он где-то отойдите, так, поиграйте пока. Вот смотри, мы начинаем на тросе становимся. Вот я остановлюсь прямо напротив вот стенки. Вот оно видно, я в створ вошел. Вот. Вот отсюда мы замеряем. А сколько ограда занимает? Два ограда занимает. Сейчас расходи. Вот сажень. Сажень один я накидываю здесь. Первый сажень это ограда. Сейчас расходи. Считай. Два. Отойди близко, ты зачем? Одиннадцать, двенадцать, а тут здание, фундамент, там не подойти, ничего нельзя, или там далеко светит комбайн или кто, косит, а они крышка к кому подойдут. Футбольное поле, вот это волейбольное, вот дальше, покажи, волейбол играли, это к нам не относится, это деревенские, поле там. Вот 12, теперь я перекидываю. Вот тут видно, что впереди тут пустырь, ничего нету. Ни построек, ничего нет. Деревья, за деревьями только это. Это нас не касается. Тут ни одна корова не зайдет, ногу сломает. Но мы огородили, чтобы заодно. И вот здесь вот маленечко там клубника была. Это к лагерю не относится, но мы загородили, чтобы вплотную коровы не подходили. 12. 13. 14. 14 метров. Вот сейчас мы запишем. Давай. Восточный. 14 сажений. Сажень 2 метра плюс 1 метр. А там мы загородили. Тут ничего нету. Совершенно строения нету. Строение вон где. На что они покушаются. Им нужны эти фундаменты, пусть они их забирают. Я не настаиваю, уберем, мы ограду перенесем. Но тут беда для коров, коровы ноги ломают. Теперь, вот я ставлю около ограды. Я в стороне маленько иду, ну понятно. Один, два, два сажения наискосок. Давайте ручку сюда. Ой, сколько здесь это. Так. Восточный. 14 плюс 1. И тут она маленечко на высоту. Сколько здесь? Два сажения? Да. Два. Два сажения. Держи. Дальше прямо идем отсюда. Ну тут можно было бы не учитывать так. Прямо веди. Три. Вот три. Четыре. Ай, мой, пять.
6, 7. Ну так возьмем даже дальше. 8 тут скособоченной. Давай сюда. 8 сажений от этого края. Ну тут не строение, а игровая площадка. Она помешает кому-то. Здесь везде ямы были и навозная куча. Мы все стаскивали в ямы. Это абсолютно не то, что негодная бросовая земля. Но она везде крапива. Он посмотрите, все крапива. Там скотина мимо проходит и дальше ничего нету. Вокруг покажи. А вот она рядом. Смотри, она как фотогенище глядится. Смотри, какая она красивая. Из нее мешки там делают и прочее. Так, ну эту ограду я еще добавлю. Подожди-ка. Раз, два. Ну это где вот они относятся. Там мы это отдельно сделаем. Давай сюда. И плюс два. Плюс два сажения. Держи. Вот. Это по ограде мерим. По ограде, которой у нас не было. А теперь по этой мерим. А тут колесом она идет. Тут не знаю, как мерить. Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Близко не подходи никогда. Девять. Давай. Давай, видите, она конфигурация такая. 9. Теперь мы уменьшаем. 9, а мы подходим, от угла начинаем мерить в этом направлении. Вот оно. Здесь точно 2 метра у меня. Ну, а покажи, как тут. Трава, турники, качели. Там больше ничего нету. Так, раз. Два. Три. Четыре. До ограды. 4. Давай, до ограды 4. Так, это у нас в этом направлении. 9 сажений. Сюда 4. Это надо убрать. А теперь держи-ка. В этом направлении. Пошли дальше. Сходи в сторону сразу. 2. Ну, 2, 3. Запишем 3, нет. 2 и плюс метр как раз. 2 плюс метр. Держи. Видите как? Тут-то поля. Это наши-то поля, мы садили. Вот это вот мы разобрали. Бум был. Дети ходили по буму. Здесь тоже одна крапива была и яма, мы все заваливали. То есть это абсолютно заброшенная земля. Но это за пределами лагеря. Ребятишкам играли. Это что, завидно? Или надо уничтожить, чтобы памяти не было? Вот футбольное поле. Это деревенские играли. Ну и наши играли. Играли. К нам никакого отношения к лагерю-то не имеет. Оно не фиксируется. Дальше. Эта башня тоже показана. Смотреть там, где коровы ушли. Дети любят. Каждое слово любви я должен растолковывать. Раз. Два, три. Три и четыре. Вот оно. Прямо гляди. Четвертый. Держи. 4 сажения в этом направлении. Туда назад. Это идет у нас. Так, это в этом направлении. Откуда? Держи. Можно было так просто взять по это посчитать. От ограды. Вот опять, смотри. Ограду. Раз, два. Тут еще нет строений нету. Я сейчас замеряю пустырь. Пустырь крапива. Ничего нет. Вот, вот она отрезается. Уже дальше трубы нету ничего. А тут башню убирать надо будет. 2, 3, 4. 4, а вот посмотри, кстати, городовские площадки документированные. Одна и вон вторая, покажи. Вот она.
Это играли наружу. Это к лагерю тоже как бы не относится в это строение. Тоже все крапива мы делаем. Вот она крапива вокруг. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Девять. Близко не подходи. Восемь ровно. Прямо напротив столба. Восемь. Давай. В этом направлении. Восемь. Сажение. Туалет. А потом все это раскубарим. Так, подходим. Тут подойти нельзя с туалетом. Ну, мы отойдем в сторонку и здесь занижаем. Прямо напротив всего спускаем. И туалет, и туалет. Это за пределами городки. Теперь я оставляю. Вот оттуда покажи. Абсолютно пустырь место. Это никак не относится. Огромная куча. Видите, какая она? Ее видать, насколько она выше. Куча навоза. Ничего тут больше нету. Назем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Близко не подходи. Десять. Ровно по ограде. Вот что. Десять. Давай. Забирай. Показывай туалет. Десять сажений. Теперь пошли эту считать. На. Метр. Теперь сейчас эту замерим, а потом посчитаем все. Вон корову покажи, где пасутся. Вот там мы молились утром, да все. Вон огромная куча. Кому она мешает? Ничего нету. Мы там подровняли бульдозер, спихнул главные кущи в яму, а там яма была в рост человека. Это водонапорная башня деревни была. Места, к которым ни одна скотина не подходит. Но мы сделали так, что может сидеть было играть. Это чтобы преследовать детей. Я должен объясняться. Повторяю, ни один коммунист, ни один грабитель не приставал с этими вопросами, как сегодня. Это какое-то наказание. Так. Сейчас пойдем сюда. Вот от угла. Вот я ставлю. А и вот сюда зайди от угла, посмотри. Вот это одежду сушили. Оно не относится к лагерю никак. Там была яма, глину брали огороженная, там корова. Это все крапива, мы вырывали ее, корчевали. Это покажи рядом, где мы обедали, когда много комаров, вон рядом. Вот так, раз, два, три, четыре. Вот здесь рядом иди, посмотри, как там бушки, это дети стирали здесь, это за пределами городьбы. Вот оно. На них столики были, они стирали маленькие такие. Вот что здесь есть. Это мы доходим до кухни, это подвал. Подвал. Он никакого отношения-то и не имеет, он закрытый, можно сказать. Четыре. Пять. Пять я продвину сейчас, вот сюда вот. Вот сюда. Пять. Вот этот шесть. Семь. Восемь. Отходите, отходите. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Вокруг все показываю. Угу. Бак, объясняй. Двенадцать. Бак для воды. Ровно 20.
Пошли туда, покажи. 20. Давай-ка сюда. Угу. 20 сажений. Все. Больше ничего нет. Теперь зайдем в ограду, где непосредственно строение, на которое они покупают. Так, велосипед ты складываешь, если собака хватит. Маленько, проснись, гляди, куда летишь-то. Шарик, шарик, шарик. Это лагерь по внешнему контуру. Вот теперь мы заходим вовнутрь. Вы не выходите. Непосредственно. Строение где? Отойди-ка. Раз. Ты тут не замахнешь. Два. Вот оно где. Три. Вот где ногой, а ты там палочку ставь. И держи, пока я пройду. Три. Держи. Тут невозможно. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Возьмем 14, ладно, маленько не хватит. Поменьше, 14. Так, лагерь. 14 сажений. Нам наружный не нужен совершенно. Мы его ограду можем вплотную пододвинуть. Дальше отсюда там выходим опять. И замеряем. Видишь, у нас тут лестницы, деревья, это мы все садили, тут не было ни одного дерева. Посмотри, какие деревья, ты издалека глянь, да. Оазис. Вот музей, посчитай, чтобы... Для чего это? Чтобы людей научить жить самостоятельно, без помощи государства. Государство нас только гнобило и гробило все эти годы. В 98-м было 15 краевых комиссий. Санэпидемстанции мы не подходим. Да, не подходим. Туалеты мраморные сделать не можем. Вода должна быть проточной. У них написано. Все, он написал и пошел спать. Какая проточная здесь? Мы из колодца приносим. А вы бачок, говорит, поставьте наверху, чтобы вода текла. И мы напишем проточную. Я говорю, там дурдом есть в Барнауле. Там надо было проверять, зачем сюда ехать. Вот здесь сидит хорошим заместитель главы санэпидемстанции Салдана. Салдан — это глава, хороший заместитель. И пишет, столы накрытые клеенкой, простроганные, пишет, не строганные доски. Я говорю, а где? Ну мы так напечатали, а вы через суд опровергайте. Каких манкуртов нарожала страна? Почему безбожество? Бог отнял разум. Безумие полное. 45 лет ни одного больного ребенка. Ни одного. Ни отравленного. Не сгоревшего, не утонувшего. Теперь считаем снова. Раз. Держи. Куда? Шарик, кидай. Два. Вот оно где. Так. Три. Четыре. Давай. Пять. Пять. Подожди еще. Пять. Мне надо того дойти.
Но я не могу до туда дойти. 5, подожди. Ну вот под деревьями. А? Вот так вот, между деревом и стенкой. Ну, давай. 5, 6, 7. Как-то неудобно здесь так делать. 8. Подожди-ка, я туда вынесу. Параллельно. 8. Дальше. 9. Подходи. Тут, тут уже не надо. 11. 12. Все. Давай 12 запишем. А теперь посмотрим ширину, что получится. 12? 12. Так, подожди. 14 сажений. Так. Так, это мы как? Вот так вот сделали. 12, подожди. Ну да, 14. Это 12 сажений. Держи. Теперь надо посмотреть сюда, сколько уходит. А вот здесь вопрос. Здесь вопрос очень серьезный. Сейчас мы будем замерять. Вот отсюда вот. Готово. Вытянемся. Это у нас пекарня. Вот навозная куча, я полез на нее. Вот тут русская печь. Вот тут башня наша. Это вот куча такая, высота. Глянь, насколько выше. Тут мы не трогали. Две русские печи, прямо врезанные в навозную кучу. А он что, нуждается в этом? Человек, который против нас идет. Это и так понятно, что ни одного лагеря такого нет, нигде, чтобы на навозной куче быть. В подлинном смысле. Как здесь взять? Да вот оно. Так, раз, давай-ка. Два. Навозной куче покатились. Два. Три. Четыре. Пять. Вот. Вот сюда дальше. Вот. И готово стало 9. Все. Тут наше решение 9. Давай сюда. 9 сажений. 9 сажений колокол. Давай. 9 сажений. А теперь сколько здесь у нас уходит? Здесь детская была песочница, но она мешает, ее надо бульдозером свернуть, потому что дети растут. Надо растить-то не детей, а зверей, кошек, собак. Маленькую. Косок музея. Длинный зал. Зал. Вот этот вот. Сколько здесь добавляется? Раз. Держи. Раз. Два. Лагерного уже нет. Вот это все вот это выброшенное нет. Три. Четыре. Пять. Это виноград у нас тут. 6 сажений. Сейчас я с той стороны замерю. Ни метра нигде ничего не будет. Так. Раз. Вот отсюда возьмем, где ходят. Хотя строения нету, но тут ходят. Мы это учтем. Раз. Два и два. Все, два. Два это четыре. И там где-то полтора, четыре, пять, шесть.
Да можно насчитать 5,5, 5 метров. Давай. Кельи. 5,5 метров. Метров 5. Все, держи. Больше ничего нет. Пройдет по этому участку. Дай интервью. Еще тут росло, когда я. Покажи фундамент, хорошо, и дойди ты. Покажи фундамент. Траву нагибай ногами-то и показывай. Убойте, понятно. Уходи. Пройдись по фундаменту. Видно было. Здесь фундамент. Тут у нас Виктория растет. Тут и кирпичи, и шифер. Аккуратное место. Благословляю. Все, давай, пошли. Горячо. Все, обожгло, обжегся? Да что ты, не обжегся, а у кого ты? Ты сильно. Вот он, здесь вот идет фундамент, вот таким вот. Вот там, где смородина заворачивает. Один удар колокола, что значит? Один. Внимание, собраться. Два. Что? На занятие. Да, занятие. Три. Обед. Обед, ужин. Четыре. Чтение Евангелия. Пять. Нападение воры, безбожники, пожар. Шесть. Гости. Гости. А? Гости. Семь. Отбой. Утром подъем. Восемь. Костер. Девять. Неизвестно. На костер. Отъезд. Отъезжают. Все. Понимаете как? И здесь целые переливы разные собирали, железки в них стучали. Лагерь во всех отношениях уникален. Такие дети росли. Сколько в них вложено, Бог дополняет награду за все. Благодарим Бога. Господи, слава Тебе, что 45 лет Ты хранил нас здесь. Сохрани сейчас от нападающих. Открой им глаза. Не дай им погибнуть в ожесточении. Ибо Ты сказал Моисею, иди к фараону, а я ожесточу его сердце. Несчастный фараон был потоплен. Не потопи этих врагов, которые желают уничтожить все наши строения. В безумие их. Открой им истину евангельскую, чтобы они поняли, что Ты за них умирал. Что только любовь побеждает этот мир. Одержи эту дивную победу, Христе Боже наш. Наведи на них страх Твой святой. Дабы они принесли покаяние за то, что правят столь жестоко и преследуют невинных. Господи Боже наш, слава Тебе. Это у нас аналой, Евангелие здесь считается. Видите, какое все скособоченное. А из чего сделано-то? Это вот клен, сорное дерево. Его надо найти, маленько-маленько прямые. Ну вот они как идут здесь. И потом глиной замазанное, и все. Теперь, а это что, столбы? Вот они, жерди и заплетенные. Ну придут они, бульдозер, да, сломают. Они повезут куда-то? Нет, будет лежать огромная куча. Это им лучше, лучше. Они привыкли жить в разрухе, в разврате, эти люди. В безумии. Так любой приходит, спрашивает, что это означает. Вот сейчас будет приезд гостей, я буду объяснять все, почему мы решили сделать музей. Как обращались с детьми, и дети будут ходить здесь. Первая будет экскурсия. А так все, подошли. Ну а человек, который делает, он не здешний, он не жил, не знает. Люди-то сегодня безграмотные они. Разве сравни их там с Чеховым, или с Достоевским? Ничего нету совершенно. Вот у нас береза растет, и смотри, как она раздвоенная. Господь показал это. Как два завета, новые ветхи. От одного происходит, от Создателя. И кельи эти. А что в кельях-то? Можно открыть, глянуть. Вот одна келья, одна. Вот и человек. Воспитателем. Вот тут не видно. Маленько можно видно. На 20 или меньше сантиметров над землей
проложен пол. И вверху два этажа. Ничего нету, ну закрыли окна. Тумбочки стояли здесь, белье наглаженное. Каждую неделю стирка, баня. До 6 раз в день купались. Детям нравилось. А если не нравилось, зачем бы они приезжали снова и снова? Иные даже до 18 раз. Вот он стоит. Сколько? Еще четверо в семье. Уже 9-й год приезжают. И бесплатно, бесплатно. С них взять нечего. Я 7-й. Я должен был как везде просить, и что, говорит, волка ноги кормят. Своя пекарня. Мы не будем открывать, потом откроем для гостей. Две русские печи с подтопком. Я сам печник 40 лет. Сколько у нас келей? Вот это раз, два, три, четыре, пять. И там три, восемь. Восемь на восемь, 64. 64 человека, это полная загрузка. Но так как месяц, второй месяц, ну 60. В среднем было всегда 108-109 человек за лето. Последние годы меньше, далеко приезжать. Тогда была Украина и дешево было. Одно государство. Это у нас келья, называется муторакань. Там проходит короб жаровой. Тут можно было сушить одежду промокшую. Вот сколько досок, вот представьте, бульдозер гремит, сила есть, он давит. Деревья ему не свалить, наверное, ну свалит даже. Для безумия это нет ничего. Если храм Христа Спасителя взорвали было время, то что тут спрашивать-то? А это-то... Вот он, дальше идет печь, прямо врытая в навозную кучу. Вот, пожалуйста, музей, комплекс, бедных лагерей. Комплекс, почему? Потому что в деревне там еще много что. Там игровая площадка, там склады для одежды, для обуви, вот считай. Там баня, там колодец, там лабаз для хранения, там тестомес. Я перебью. Там голубятни, которые дети тоже лазят, экскурсии делают. Так пересмотреть-то все. Сколько всего там еще, в деревне? Там-то они, я не знаю. Проще так, молиться и Богу как угодно, так он и сделает. Потому что сегодня так, если нужен лес, а лесу нету, поджигают. А куда горелые? Горелые по дешевке продают. Китай везет, свои берут. Нужно это место элитное. А тут живут старики, поджигают, старики сгорают. Сколько об этом пишут, конца края нету. Так что еще пока терпимо. Уходим. Вот перекатился все здесь несчастный. А это у нас кухня большая, отдельно можно взять. Ну что? Это у нас столовые. А? Ну что такое? Да что такое, а? Да она знает хозяина своего. Так, пошли. Идите вперед нас по дорожке. Цепочки не перепутайте. Так, держи вот эту. Нигде не запутайся в траве. Хорошо. Так, вот этот надо будет увозить отсюда как-то, с тележкой приехать. Погрузить и нанести. Конечно, печальная эта картина. А это вот столбы маленькие стоят. Это на них мелкие дрова рубили. Я все время рубил. Это рука. Один год мы дров только нарубили, 14 больших машин. И в школу обеспечили, и больных, и врача. Врач был здесь. Всем снабдили по машине. Батюшки дали. Моя мама жила, машину дали. Работали. Взрослые же здесь были. Взрослые дети. Давай. Давай, это наступи. Ты видишь сегодня, как я прищепурился-то? Вообще. Надежда Васильевна нашла, говорит, я говорю, не мои, заплаты твои. Ну я посмотрел, правда, мной пришиты заплаты. Этот никто так не шьет. Ну все. Думаете? А ты думаешь, твои что ли? Я точно так же шью. А, ну молодец. Я ничего не могу сказать. Надежда Васильевна меня убедила надеть. Я надел сегодня. Давай. Пошли вперед, догоняй. Только не упади, смотри.